Воскресенье 10 марта в Баку полиция разогнала участников несанкционированной акции протеста против небоевых потерь в армии. Акция была организована через Facebook. Около 3 часов более 300 человек, в основном молодые люди, вошли на площадь фонтанов со стороны Музея литературы имени Низами. Среди протестующих были и родители солдат, погибших или пострадавших во время службы в армии. Когда колонна подошла к полицейскому кордону, протестующим было предложено разойтись, после чего на участников акции была направлена водометная машина. Под струю воды попали также прохожие и отдыхающие. Кроме водомета, против демонстрантов были применены шумовые гранаты. Сотрудники сил быстрого реагирования МВД стали преследовать и задерживать участников акции. Многие были возмущены действиями полиции. Двух пожилых женщин, не пожелавших подчиниться требованиям, полицейские потащили за собой буквально волоком. Среди участников акции были и обычные граждане, не являющиеся членами каких-либо общественно-политических организаций. Еще одна группа протестующих попыталась возобновить акцию на Приморском бульваре. Переброшенные туда силы полиции пресекли и эту попытку. Всего в протестной акции приняли участие более 500 человек. Бакинская полиция МВД не предоставляет точных сведений о задержанных. По информации, поступающей от молодежных организаций и оппозиционных партий, по предварительным данным задержано не менее 60 человек.